Так, ну вот, народ, привет. Наконец-то я выбралась в лес. Сейчас небольшой перерыв, такой отдых 5-минутный сделаю. Вот, я сейчас в лесу. Ну, там, конечно, участки недалеко. То есть я так, чисто пройтись вдоль, посмотреть, вообще есть что-то, нет ничего. Вот, в принципе, пока только я зашла, но есть сыроежки. Вот, причем они шибленные, то есть народ здесь ходит. Но я не, как бы, не надеюсь что-то найти прямо вот здесь рядом с участками, потому что здесь народ постоянно туда-сюда. И рядом с участками грибов, ну, это уникальный случай, если я что-то найду стоящее прямо вот рядом с участками. Вот, что хочу сказать. У нас сегодня воскресенье, сейчас уже где-то 5:30, наверное, вечера. Вот, я пошла просто рядом с домом пройтись туда-сюда, посмотреть вообще, потому что вчера пыталась вытащить маму в лес, она не хочет идти. Ну, душно, жарко, сейчас немножко к вечеру, пока солнце еще не село, я думаю, пройдусь немножко. Вот, что вам рассказать, в пятницу я последний раз снимала, в пятницу я убиралась весь вечер, в субботу снимать было нечего, лил дождь с особой периодичностью, давая нам время на погрузку-разгрузку мебели. Мы привезли на дачу мебель, и вот разгрузили, приехали, пошел дождь, потом разгрузили мебель, пошел дождь, спасали ее от дождя, чтобы она не вымокла, заносили ее в дом, потом переносили в большой дом, опять же лил дождь, только он перестал, мы ее перенесли в другой дом. В общем, вот так вот развлекались вчера целый день. Вот какие-то шишки падают. В общем, лес шумит. Я еще хотела сказать. Вы знаете, вот мама не пошла, я просто очень хотела в лес сходить. Даже если нет грибов, все равно сходить в лес. Потому что вот этот вот запах лесной, не знаю, вот елки, лиственные, да, деревья какие-то, березы, сосны, мох, перегнивающие какие-то ветки, листья, вот этот сыроватый запах гниющего чего-то живого леса, шум, колышущиеся ветки, там наклоняющиеся от ветра деревья, вот это вообще никак ни с чем не сравнится. И это ничуть не хуже того, что даже лучше того, что вы просто тупо сидите в беседке и пьете чай. Даже если не за грибами, не за ягодами, просто погулять. Вот я взяла с собой, Ася, видно будет, вот корзинку, там ножик и чехол от камеры. Вот, то есть я пошла просто погулять. Корзинку я взяла на всякий случай. Я не надеюсь, что там будут грибы, где я буду гулять. Вот, ну, как бы вдруг. Вот, далеко я отходить не буду, потому что мы уже сегодня уезжаем. Вот я просто пройдусь, прогуляюсь. И, может быть, еще для вас что-то поснимаю. Вот, так что все, чтобы меня, стоя здесь, комары не закусали, мы с вами пойдем. И будем идти и смотреть, гулять, дышать. Вот тут я прошла черничник, вот тут вот брусничник. Ну, до брусники еще далеко, а черничник там уже все пособирали. Надо было намазаться от комаров. Что-то я подумала об этом уже, когда сюда пришла. Но, честно говоря, если бы мне не было жарко, меня бы, наверное, не кусали. Но вот я просто оделась, еще сверху одела куртку такую, знаете, вот спортивную. И, может быть, из-за этого меня кусает, потому что все-таки тут довольно жарко. Вот. Комары. Ненавижу комаров. Вот, давайте вот так вот мы сейчас гуляем немножко и потом будем сворачивать обратно к дому. Вот, я думаю, что я где-то часик покручусь. Ну, так как часы я забыла, поэтому ориентируюсь на солнце, которое должно... Ну, вот, сейчас я вам
покажу. Угу. Вот видите, вот это желтое пятнышко от солнца. Когда оно будет вот почти за горизонтом, мне надо уже поворачивать к дому. Вот. Поэтому вот так вот. Ну и, в общем, я думаю, что я сейчас тут погручусь. Снимать не буду особо, то есть я вот просто вам хотела показать, что я наконец-то я выбралась в лес. Даже если грибов тут нету, все равно круто. Вот. Ну и, наверное, это хорошее завершение недельного влога, то, что я наконец-то добралась до леса. И даже если здесь, повторюсь, уже в который раз нет грибов, очень рада, что вышла просто подышать вот этим вот воздухом лесным, таким, который вообще ни с чем не сравнится. Ни с каким участком, ни с каким сидением в беседке, он вообще никак, никоим образом не сравним. Вот, и сейчас полазю здесь немножко, и потом буду к дому выруливать. Так что на этом пока-пока. Если найду хороший гриб, то засниму его. И думаю, что это хорошее завершение недельного влога. Так что до следующей недели. Пока. Так, и вот, друзья мои, я чуть хотела сказать. Мне мама сказала, когда пошла в лес, она мне говорит, если найдешь лисички, в следующий раз пойду с тобой. Вот. И я хотела вам, то есть я тут крутилась, и хотела вам показать, что я таки нашла лисички. Сейчас. Вот они. Сейчас буду их собирать. Вон они, мелкие. И вот. И там еще. Короче, я таки нашла лисички. Вот, сейчас их пособираю. Вот они вокруг. Тут вокруг березы, он там прячется, виднеются рыженькие. Сейчас пособираю и пойду дальше. Ой, я повернулась задом наперед, и там он еще. Так что я таки нашла в лесу грибы. Вот. Ну, пока на этом все, то есть буду собирать. Потом вернусь еще, может быть, сниму. Покажу, что набрала. И до следующей недели.